Дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами снова я, Ангелина, и сегодня я буду снимать рубрику «Вопрос-ответ». И всего лишь у меня три вопроса, которые задавались очень давно, и именно сегодня я решила отвечать на них. Так, всего лишь три вопроса, поэтому видео будет коротко. Погнали! Первый вопрос задает Ксюша Жабкович. Первый вопрос будет, будет ли особое видео на 100 подписчиков? Я планирую что-то сделать, потому что я сняла видео, где подпраздновали 10 подписчиков. И я думаю, что на 100 подписчиков я точно что-то сниму. Но еще я не знаю, что я буду снимать. Енос! Да, и следующий вопрос. Съела бы ты какашку за $1 000 000? Это тяжелый вопрос. Нет, ну, как вы знаете, просто из-за такого пустяка получить 10 000 000 долларов просто съесть какашку. А с другой стороны, я никогда не ела какашку, это, наверное, пустяк. Я думаю, я не хотела бы, не хотела бы. Дальше ты сможешь делать колесо. Ты можешь делать колесо. Я, как бы так, наполовину умею делать колесо, наполовину нет. Поделись. Ну вот и все, ребятки, с вами была я, Ангелина, и вы были на канале Ангелина Ангел. Спасибо, что заглянули.